Программное обеспечение Лига Basic с заполнением по индивидуальному заказу для музея Северобайкальска. Главный экран делится на несколько блоков. Дата и время, погода, логотип музея, галерея слайдер и основное меню. Фото из галереи главного меню можно открыть в полноразмерном экране и масштабировать при помощи жестов. При нажатии на историю района открывается новая страница с подкатегориями. При нажатии на кнопку подкатегории – следующий уровень меню. Лига Basic – это конструктор с множеством категорий и подкатегорий. Более подробно разберем категорию населения Северного Байкала. Перед нами открывается новое меню, где каждая кнопка меню рассказывает о своей теме. Например, нажав на кнопку «Туристические клубы», мы попадаем в следующий уровень меню, в котором информация также разделена на темы. Финальной веткой структуры являются кнопки «История» и «Фотогалерея». Кнопка «История» — это текстовый блок. Можно изменить размер шрифта, цветовую схему, фон и межстрочный интервал. Кнопка «Фотографии» — это галерея. Фото из галереи можно открыть в полноразмерном экране и масштабировать при помощи жестов. По такому же принципу разработаны и другие страницы меню. Программное обеспечение Лига Basic – это универсальный инструмент. Благодаря продуманной структуре вы можете подробно рассказать о своем учреждении, познакомить с его историей, представить фотографии, документы и прайсы. Наши специалисты помогут вам разработать структуру программного обеспечения, исходя из ваших задач. Программное обеспечение Лига Basic включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.